Добрый день, уважаемые предприниматели! Конечно же, весь мир сейчас бороздит просторы интернета в надежде найти ответы на злободневные вопросы. А какие перспективы, насколько долго это все, какие меры поддержки будут предложены правительством, насколько вообще просядет бизнес, кому будут субсидии, льготы, отсрочки предоставляться, в каком размере, каким отраслям, в каком порядке и многие другие вопросы. Мы разместили на своем портале раздел «Актуальные». В нем привели меры поддержки для отраслей, которые наиболее критично зависимы от обстановки сегодняшнего дня. Туда мы стараемся размещать актуальную информацию, которую получаем, анализируя законы и нормативно-правовые акты, информацию, которую официально размещают государственные органы и доводят до нас, и другие полезные сведения. Мы хоть и по рекомендациям правительства самоизолировались, но, слава богу, не ушли в автономку. Мы продолжаем консультировать бизнес в режиме скайп-консультации, по телефону, в режиме видеоконференции. Консультируем по как раз программам поддержки антикризисным, но и консультируем по тем мерам поддержки, которые правительством были введены, которые работают, слава богу, действуют. И здравомыслящие люди, конечно же, понимают, что сколь невелик будет бюджет поддержки на все отрасли бизнесов, естественно, он распространиться не сможет, и перечень критично зависимых отраслей, на которые распространяется поддержка, будет узким. Да? И придется воспользоваться теми мерами поддержки, которые правительство прорабатывало в течение последних нескольких лет. Это льготная стоимость ресурсов, субсидирование процентной ставки по кредиту, низкопроцентные займы, налоговые льготы, субсидии, гранты. Тем более, что так получилось, у нас сейчас с вами есть время ознакомиться с положениями об этих программах, изучить условия, примерить на себя, понять, подходят ли они вам. Мы можем быть вам в этом полезны, мы стараемся разбираться в этих скучных казенных документах, рассказываем простым языком, отвечаем на вопросы, консультируем. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь. Мы, что называется, в режиме горячей линии готовы помочь. Мы продолжаем работу с нашими клиентами в рамках заключенных договоров, отвечаем на вопросы, которые приходят к нам с сайта, отвечаем на телефонные звонки. Удачи вашему бизнесу, здоровья вашим близким!